Привет, MC Antikill. Привет, Андрюх Китобой. Значит, сейчас мы читаем комментарии. Про меня, я так понял, да? Да, да. Про меня. Ну, ты, конечно, здорово нас собрал здесь, Андрей. Не говори. Вечеринка будет, Жень, приходи, будет весело. Я помню, была реальная была ситуация, я тоже буду их читать. У Дэвида Бекхэма был какой-то юбилей, и там потом гости говорили, что очень дерьмовое было развлечение, на большом экране показывали все его голы. А их очень много за всю карьеру. И там просто... Ну, он уже... Первый день рождения, когда он закончил карьеру. И там... А они в Америке это. И там, типа, ну, какие-то гости, которым вообще этот сокер никуда не упал. И они такие, вау, круто, 5 лучших голов. 6, 10, 20. И они просто... Тишу, а потом были показы Виктории Бекхэм. Да. Так, комментарии. Да, Комикэм написал, практически Комикон. Попал, ранил, убил. Ты что там рассказывал? Попал, ранил, убил. Есть предложение? Предположение где? Она такая, вау. Это что может быть? Либо это бывшая. Попал, ранил, убил. Ну, поехали. Да, девчонка написала. Так. Жаль его жену только. Мне тоже ее жаль, кстати. Вы что думаете, это шутки вам все? О, блин, жестко. Вот. Да. Жестко. Ну а что жалко? Писали бы, почему именно жаль. Ну, тут самое тяжелое воспринимать ту точку в конце. Там точка в конце стоит. В смысле, это же серьезность наверняка. Типа, бам, привет, точка. Но это пока. Я хохочу до слез. И аплодисменты. Вот это, наверное, от жены. Там прикол, что есть и скобочки. Я когда раздеваюсь, такая же реакция. Я помню, у Андрюхи был монолог про скобкодрочеров. О, да. Да, это она вылезла. И тут и скобки, и хлопки, и старые, и новые. Тут она все, что можно было использовать. Там другое слово. Задолбали эти клоуны, несут куйню. Куйню, именно с буквой К. Юмор ниже пояса. А те, кто в горячих точках бьются, их не замечают и не делают им гонорары. Тот же спасатель МЧС вытаскивает людей из пожара. Зато это чучело. Хвастается хатой. Чучело жирное, читай все, Жень, читай все. Хвастается хатой, тачкой. И какой он острый на язык. Люди, очнитесь, вы тупеете. Прикольно, что вот я смотрю вот про вот это, я не делаю там гонорар, тот же спасатель МЧС вытаскивает людей из пожара. У меня лучший друг в Ростове, тоже стендап-комик, работает пожарным. Я думаю, это он писал. Не, а почему такие крайности? Люди в горячих точках. Да, ну люди в МЧС. А в Африке? А что про Африку забыли? Люди в Африке, голода. Алло, алло. А врачи, которые сейчас, ну ты X888HIM 888X лицемер сраный. Если бы у тебя был никнейм покороче, я бы больше к тебе обращался. Но это неправильно то, что ты говоришь. Хочется, чтобы, знаешь, МЧСникам писали после смены комментарии. Типа, слышь, ты сраный. Там комики бедные, шутки свои сраные пишут. А это человека вынес. Все, думаешь? Может, это был плохой человек? Козлы. Умничка. Без мата, без шуток про член. Без члена. Давай уже. Добьем, как говорится. Мы же знаем, что ты хочешь сказать, уважаемая Елена Дубинина. 0711. Нормас. Моя хорошая. Ты золото, а не комик. Лайк пожизненно. От кого ты? От Леонида Кулакова. Ленчик. И 39 лайков нравится. Лень. Лень. Ну, даже сам... Ты, конечно, и в комментариях тоже сдержанный очень. И в жизни сдержанный в комментариях. Параша какая-то. И о, самое смешное, мама зашла. Что мама, на аватарке мамочка. Человек с какой-то картиной. И, но это не картина, это какая-то аллюзия на тему какого-то до 18 века. Интересно. Когда его слушаю, понимаю, что не все потеряно в нашем жестоком мире. Красавец, умница. У Андрюхи самые популярные лайки вот этот и хлопки. Это прям крутая подборка. Ну, деградация. Деградация с буквой И. Деградация. Игорь Стачук. Игорь, согласен. Деградация полнейшая. Андрей, твои выступления. Все. Нет, он тебе сообщил. Андрей, твои выступления. Да-да, братан, если думаешь, чьи это выступления. Андрюха иногда сидит вечером, такой, блин, да чье это? Вот это прикольно. Вот это прикольно сделал. Андрей, твои выступления.